نراه تارة يضع مصحفا على مكتبه، وتارة أخرى يتلو بعض آيات الذكر الحكيم. وها هي روسيا تعلن أن الدين الإسلامي الدين الثاني في البلاد. فهل أعلن بوتين إسلامه؟ هل أعلن بوتين إسلامه؟ Если вы целитесь, это значит, Всевышний Аллах вам помогает достичь цели. Иншаллах, Аллах помогает вам. Побли, побли. Мы сейчас посмотрели. Спасибо вам большое. Благодарим вас от всего чеченского народа. Спасибо. Это святыня и, да, и для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. تعرف خلي يشوفون شوية بس هذا يطلع دخان من عنده زين أو دركر 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 خلاص خلاص دركر الله أكبر دركر دركر Secretary General of NATO. Does President Erdogan really support Islam, or is he in fact an apostate? Is he in fact a hater of Islam? Because he supports Mette Frederiksen, of course, supporter of the burning cross.